Друзья, привет всем! Хочу сейчас обратиться к тем, кто нас в прямом эфире посмотрит и посмотрит потом в оставшейся записи. Сейчас мы находимся с семьей в Варшаве, в Польше, где проходим реабилитацию для дочери, первый этап реабилитации. И мы начали сегодня, запустили информационную кампанию, кампанию по краудфандингу, где мы хотим собрать средства, денежные средства в размере, ну, 60 тысяч долларов. На самом деле это очень большая сумма для нас, неподъемная. Все свои сбережения мы уже потратили на, когда проходили в Бишкеке диагностику, когда мы въездили в Алмату, когда мы сдавали дорогостоящие анализы, и сейчас, когда мы ездили тоже. И сейчас, просто сейчас такая ситуация, когда я вынужден обращаться вообще ко всем людям. Я пишу сейчас в социальных сетях, в WhatsApp, в Telegram. Сейчас вышел сюда, к вам обращаюсь. Если у вас есть возможность, если у вас есть просто там, я не знаю сколько, я не хочу говорить сколько, это дело каждого из вас, но хоть сколько выделить на то, чтобы нашу дочь поддержать в лечении и хоть какую-то минимальную помощь оказать нам, я буду очень вам благодарен. Сейчас я ссылку буду указывать в описании после этого видео, ссылку на эту кампанию, где, в общем, вы можете через свою карточку просто нажать кнопочку сверху «Donate now» и любую сумму, любую, пожалуйста. Потому что чем нас больше, тем... Ну, не нужно будет обращаться к большим каким-то донорам или спонсорам. Мы сможем по небольшим суммам собрать, я уверен. И если вы поделитесь этим видео в социальных сетях у себя, то окажете очень большую услугу мне, моей семье и моей дочери. На самом деле очень неприятно и, ну, не совсем удобно просить, обращаться с такой просьбой ко всем, но... Сейчас просто не остается выбора никакого. Сейчас нету другой возможности. И мы верим, что благодаря вам, благодаря каждому из вас или благодаря вашим действиям мы сможем собрать необходимую сумму и помочь нашей дочери. Ей 2,5 года. И она невидимая. Ну, я думаю, она ничего плохого не сделала для этого мира. Я просто прошу вас, умоляю, оказать нам поддержку. Все, ребят, спасибо большое. Буду очень благодарен, опять же, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях и поделитесь ссылкой, которую я оставлю сейчас в описании. Спасибо большое.